находимся в Одесском аэропорту. Вот у нас смерч такой сейчас фигачит по полю. Сейчас на взлетку будет заходить. Вон все работники в шоке стоят, смотрят аэропорта. Какой смерч такой высокий. Еще скоро в Одессе у нас эти торнадо начнутся. Со смерчами в куче вместе. Высокие, там больше 100 метров. О, уже рассосался вниз, смотрю, поднимается. Да, все, видишь, он рассыпался, Саша. Видишь, как облако стал просто. Смерч. Да? Мы просто побежали в тот зал, он там чуть-чуть переместился, мы не словили. А сейчас приходим, его тут видно.